Вам нравится? Ну. Ну все, здорово. Укладка, макияж и коррекция бровей от профессиональных стилистов. Весной любая женщина хочет обновления, красоты и внимания. И возраст не важен. Весна, надо же расцветать, надо быть красивой. Хочется же. А здесь вот есть такая возможность, мы очень благодарны этому. Будем еще красивее. После таких процедур улучшается настроение, уходит зимняя хандра и даже здоровье налаживается, говорят главные героини встречи. На необычном празднике в честь наступления весны женщины серебряного возраста смогли забыть о годах. Юные девушки, красавицы, которые занимаются красотой наших дам, и дети. Подарок, посвященный, наверное, весне, 8 марта, весне в душе, не только в природе, и дарит радость нашим гостьям, нашим дамам прекрасным, вот по случаю вот этого весеннего такого настроения, весеннего праздника. Еще один подарок – знакомство с юными гостями, ребятами из киношколы. Оно прошло в увлекательной театрализованной игре. Команды разных поколений разыграли друг для друга пантомимы. С первых минут подружились и стали общаться на равных, словно никакой разницы в возрасте и не было. Это необходимо как и для пожилых людей, так и для наших детей, да? Ценность поколения, взаимоотношения, понимание, уважение. Ну, прививаем такие качества, которые необходимы, я считаю, всем нам. Очень люблю свою бабушку. Она вообще не строгая. Обожаю свою бабушку. Мы с ней все готовим. Мы и блины с ней готовим, мы с ней гуляем. Люблю свою бабушку. Любите бабушек и помните, им нужно ваше внимание. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».